партнеры, давайте проверим качество звука и поставим в чате по 10-бальной шкале, как меня слышно. Так, вижу десяточки. Отлично. Комната работает. Супер. Поэтому начнем. Все время 17 часов по Москве, поэтому начнем наше мероприятие. И, естественно, встречаем, тепло встречаем, да, наших партнеров и гостей, кто сегодня находится на данном мероприятии впервые. Я вкратце обрисую, какого формата сегодня будет мероприятие. Я сегодня обрисую вкратце, то есть не получится дать всю информацию, но самую суть вы, я думаю, усвоите. Это информация, которая позволит на самом деле улучшить качество своей жизни, то есть познакомиться с новой серьезной корпорацией. Я расскажу о, так сказать, лице компании, о репутации, да, что это за компания, которую сегодня вам представлю, с чем эта компания работает и что, собственно, сегодня необходимо делать для того, чтобы иметь то, что вы не имели сегодня, и, собственно, к чему вы, наверное, стремитесь, какие у вас есть цели и так далее. У меня будет небольшая просьба выйти, наверное, с соцсетей своих, да, то есть на своих компьютерах, отключить сотовые телефоны для того, чтобы они вас не отвлекли в самый ответственный момент, где, возможно, вы услышите самое необходимое для вас слово, которое на самом деле изменит в корне вашу последующую жизнь. Друзья, пожалуйста, для тех людей, у кого нет звука, напишите в чате, чтобы эти люди перезашли, потому что комната работает отлично, и, собственно, мы видим большое количество десяток. Итак, начнем. Я с гордостью представляю вам большую корпорацию World Yo Network. И первым делом, естественно, важно понимать, когда нам предлагают партнерство с какой-то либо компанией, важно, какого формата эта компания, какая у нее репутация. И очень важно, да, что это на сегодняшний день компания World, это уже не так называемый стартап, да, это не маленькая какая-то компания. Сегодня это мультимиллионно-долларовая компания, которая очень активно развивается в более чем 100 стран мира и насчитывает большое количество, на самом деле, тысячи партнеров, которые используют продукты, услуги и причем на этом зарабатывают. Я готов поспорить, не каждая компания готова предложить, так сказать, услуги, продукты, на которых еще можно, которые можно использовать и зарабатывать, каковой является компания World. Со стороны надежности очень важно отметить, да, то, что сегодня является такой престижный факт, что корпорация World сегодня имеет котировки акций на американской фондовой бирже, то есть там же, где имеют котировки акций такие компании, как Газпром, Сбербанк, Toyota и многие-многие другие, которые нам с вами известны. То есть сегодня это на самом деле надежный, устойчивый холдинг, так сказать, партнерство с которой очень, так сказать, престижно. Ну, какое вообще позиционирование компании для себя выбрала, то есть с какой идеей, с какой темой компания заходит, собственно, сегодня, да, и именно на какие рынки компания вышла. А сегодня компания представила себя как мобильный виртуальный оператор, который зарождается в России, в США, в Италии и Индии. И в самое ближайшее время, то есть это будут задействованы такие страны, как Колумбия и Бразилия. И, естественно, география, да, то есть сегодня мы говорим о компании международной, так как компания представлена и имеет представительство в большом количестве стран. То есть я не буду все перечислять, то есть, да, это все есть на официальных сайтах, объясню самые важные моменты. То есть, соответственно, компания представлена в Сингапуре, есть ряд представительств в Штатах, в Англии, в Китае свои две производственные базы, в Ирландии свое рекламное агентство. Но для вас, для нас с вами самое важное, это то, что компания легально представлена в России. То есть, и все русскоязычное население, оно обслуживается представительством, которое было открыто в марте 2013 года в центре Москвы. Это на самом деле очень такой серьезный показатель, то, что компания зашла на рынок России и всех стран СНГ, то есть серьезно и легально. Это очень важно для нас с вами. Также в ближайшее время компания стоит на месте, а компания планирует выйти на рынок Дубая, рынок Индии, Бразилии, Италии. Причем Дубай и Индии мы узнаем прямо в самое ближайшее время, что уже получена лицензия, и сегодня компания начинает очень такое серьезное движение в этих странах. Конечно же, важно понимать, когда она предлагает какое-то партнерство, да, то есть какая репутация у компании. Вы, наверное, все прекрасно знаете, что разные компании всегда пиарят сами себя, то есть говоря, что мы самые классные, самые красивые, лучше нас никого нет. С компанией World сегодня картинка гораздо, так сказать, глобальнее, то есть ситуация гораздо лучше. Почему? Потому что компания не занимается самопиаром, то есть она занимается развитием, и такое развитие, такое глобальное развитие компании не могло быть незамеченным такими мировыми изданиями, как Forbes, как World Finance, Business for Home, Wall Street Journal и еще большой ряд, так сказать, изданий, которые уже завоевали сегодня имя. Друзья, кто как считает, скажите, пожалуйста, мне напишите, пожалуйста, в чате, поставьте плюсики, если вы считаете, что престижно работать в компании, да, о которой пишет Forbes. Я думаю, что Forbes об этом, ну, так сказать, знают многие. Кто считает, что это на самом деле престижно?
далеко не каждая компания сегодня может похвастаться, да, таким показателем, как бы с компанией Word сегодня это факт. Да, конечно же, это классно, потому что сегодня на самом деле престижное такое, вот именно престиж той компании, с которой мы работаем, она очень серьезно влияет и на, так сказать, мировую славу, да, и на созданные товарообороты, и на репутацию, и, соответственно, на ваши с вами прибыли, да, на наши с вами чеки. Кто же стоит во главе, то есть, да, кто же тот человек уникальный, который создал данную корпорацию? Знакомьтесь, это итальянец господин Фабио Галли, это на самом деле признан очень такой дальновидный лидер, и об этом, естественно, говорят факты, да, ну, ряд из них озвучу, и один из них, то есть, 94-й год, наверное, мало кто в то время, да, представлял, ну, мог знать, что на сегодняшний день мы все с вами будем использовать интернет просто ежедневно, да. Тем не менее, этот человек уже тогда основал второй по величине и пятую в Европе провайдерскую сеть. Мало кто знал в 2002 году, что такое понятие сенсорный экран у нас сегодня будет практически у каждого в кармане. Опять же, Фабио Галли вот откуда-то вот он знал, и он был разработчиком именно этой технологии. Точно так же в 2005 году мало кто из нас, наверное, представлял, что к сегодняшнему, так сказать, времени, да, к данному времени мы с вами будем большое количество общения, да, то есть разговоров, звонков создавать через интернет. Соответственно, Фабио это знал наперед почему-то, а на самом деле он является доктором технических наук, и он разработал в 2005 году первую успешную платформу VoIP-связи. И сегодня этот человек как бы не останавливается на достигнутом, он на самом деле сегодня представляет рынку то, чем уже гарантированно использует все человечество планеты Земля, и чем будут пользоваться долгие-долгие десятилетия вперед. Знаете, друзья, я не знаю, кто из вас занимался бизнесом или нет, да, но всегда очень важно заниматься такой темой, которая используется максимальным количеством людей, то есть которая на самом деле находится в тренде, а кое сегодня является корпорация World Your Network. И, конечно, сегодня миссия компании создать технологию нового поколения, средств массовой информации и способов общения через революционные бизнес-возможности в индустрии прямых продаж. То есть сегодня компания решила стать первой глобальной, самой, то есть быстро развивающейся сетью, созданной для людей, которая обеспечивает доступную связь и общение всем желающим, то есть совершенно каждому на планете Земля. И, естественно, если мы заходим на рынок, очень важно, то есть, провести такой небольшой анализ, анализ мобильного рынка. Конечно же, если говорить об устройствах, то это более чем 3 миллиарда устройств, собственно, на планете Земля. И, как говорят эксперты, то есть этот показатель очень, очень быстро постоянно растет, потому что мы с вами видим, что все меньше и меньше людей, которые нас окружают, пользуются какими-то кнопочными телефонами, все больше людей переходят на смартфоны, да, то есть на разного вида гаджеты, на тот, то есть устройствами того рынка, на который компания Word сегодня точно так же вышла, и я вас чуть позже очень, так сказать, сильно удивлю, с каким уникальным продуктом. И если брать мобильный рынок именно со стороны связи, то это прогнозировано к 2017 году более 300 миллиардов долларов, и, так сказать, свойство этого рынка, что он нам не принадлежит, да, то есть мы не можем контролировать, это все, так сказать, занятый товарооборот. Но отличная новость, что сегодня компания Word представила такую уникальную возможность, как получать нам процент, так сказать, часть и рынка гаджетов, и рынка мобильной связи. И, конечно же, перейдем потихоньку именно к самому процессу. Друзья, кто считает, что сегодня мобильные операторы – это на самом деле компании, которые зарабатывают колоссальные деньги? Поставьте, пожалуйста, семерочки в чат. То есть для кого это не новость? Наверное, каждый знает компании МТС, компании Мегафон и так далее, то есть, да, в разных регионах. И, наверное, многие как-то очередной раз оплачивая мобильную связь, да, подсчитывали, сколько же эта компания зарабатывает, единожды продав вам такой продукт, как сим-карта. Да, шикарная вещь, конечно, и компания. То есть сегодня мобильное общение – это на самом деле тренд, который очень так серьезно развивается, и компания сделала шикарный прорыв, выйдя на этот рынок с таким предложением, что каждый человек, который сегодня поставил цель изменить свою жизнь, да, может создать собственную сеть, да, и зарабатывать во время разговора, обменом сообщением, то есть всем тем, да, с чем мы с вами привыкли, так сказать, пользоваться, да, мы можем зарабатывать как мобильный оператор. И, конечно же, когда, опять же, нам поступает какое-то предложение о партнерстве, мы должны, так сказать, ответить на три простых вопроса, да, насколько вот новой компании с бизнес-возможностью, с той или иной, мы знаем, да, которые сегодня смогут ответить «да» на такие простые вопросы. Есть или нет в той или иной компании продукт или услуга, да, который каждый человек, то есть, может использовать, да, то есть,
То есть то, что используется каждым человеком на планете Земля, то есть есть или нет. А в компании Word это есть. Если в той или иной компании продукт или услуга, которые люди используют каждый день, это очень важно, да, то же самое в компании Word это есть. И является ли продукт и услуга тем, без чего люди не смогут жить? Мы сегодня знаем, что без связи, без какого-то общения, то есть сегодня уже это как бы некомфортно, это уже, так сказать, жизнь урезана, неполноценна. Поэтому компания Word сегодня подходит под вот эти три критерия, поэтому мы можем смело понимать, что на теме, которая используется каждым на планете Земля, то есть всегда можно построить бизнес, если компания на самом деле очень щедро делится прибылью. И я представляю вам разработку компании Word, то есть важно понимать, что это эксклюзивная разработка, это запатентованный бренд MCL 5G, и это та технология, которая, так сказать, свойство ее, это, во-первых, каждый человек, каждый партнер имеет возможность начать общаться без каких-то ведущих операторов связи, то есть да, не привязанным быть к тем операторам, которые прибылью не делятся, и начать строить именно свою, так сказать, сеть, которая принадлежит именно людям, да, то есть именно участникам, так сказать, данной компании. И хочется мне поставить небольшое видео, после которого я продолжу. В данной презентации сегодня, то есть так как компания представила это направление не так давно, видео, которое я вам покажу, они пока на английском языке, в самое ближайшее время все это будет переведено, но для того, чтобы вы видели, так сказать, концепт, то есть, возможно, многие понимают, что такое, ну, английский язык, то есть все равно, то есть обратите внимание именно на саму. Ну, кто знает английский язык, тем повезло больше, так как тем, кто его не знает, придется подождать, чтобы видеть на самом деле качественное видео в русском исполнении. Но идем дальше. То есть технология MCL 5G – это уникальная разработка компании World, и она предлагает быть, так сказать, совладельцем данной технологии. И в чем же козырь, да, то есть в чем же, так сказать, эксклюзивность данной разработки? Конечно же, эта компания разработала самый мощный на сегодняшний день получаемый гаджетами сигнал. Друзья, у меня такой вопрос, простой вопрос ко всем. Кто когда-либо был недоволен в наше, так сказать, технологичное время, кто когда-либо был недоволен своим, так сказать, скоростью интернета, либо качеством связи? Поставьте, пожалуйста, девяточки в чат. Либо это только у меня одного было. Да, наверное, у каждого сегодня мы находились в каком-то либо заведении, да, где, казалось бы, там есть бесплатный какой-то интернет, либо просто у нас есть классный оператор с самым там дорогим тарифом, но почему-то в тот или иной момент времени у нас либо пропадала связь, либо просто соединение интернета нас в корне не устраивало. На самом деле это происходит уже сегодня все больше и больше, потому что количество операторов и, так сказать, выдаваемая ими мощность – это одно, так сказать, ну, одна, так сказать, единица, да, но количество людей, которые сегодня подключаются и используют трафик мобильных операторов, оно постоянно увеличивается. Поэтому, естественно, постоянно увеличивается качество, потому что оно делится. MCL 5G сегодня – это, собственно, беспроводная технология, которая разработана компанией World, то есть она ее хозяин, и она, идея простая. Эта технология позволяет
собирает, так сказать, 3G, 4G, все соединение, которое есть в атмосфере, преобразовывает ее в самый качественный, самый быстрый и стабильно скоростной сигнал, который называется MCL 5G. И через частоту 5 Гц он раздает на очень, так сказать, большом покрытии. Что, естественно, влечет за собой что? Во-первых, довольны мы с вами, довольны клиенты и довольно большое количество людей, которые получают стабильную скорость, сигнал, который не пропадает. И, собственно, если мы зайдем маленько наперед, то, конечно же, эта связь позволяет еще отлично зарабатывать, что сегодня, собственно, самое важное в данной технологии. И, конечно же, построение вместе с самой большой глобальной сети, сделанной нами с вами, даст бесконечные преимущества. То есть и только лишь устройство компании Word сегодня способно распознавать сигнал MCL 5G. И, конечно же, возникнет вопрос, почему мы сегодня должны использовать MCL 5G, когда вроде как в мире есть большое количество операторов. Ну, во-первых, то есть у MCL 5G не будет тех, так сказать, нюансов, тех минусов, которые есть сегодня, то есть это недоступность скорости и так далее. А это MCL 5G – это лучший, всегда доступный сильный сигнал. Это, естественно, лучший тарифный план, да, удобный и настраиваемый. И самое интересное, что если мы, так сказать, звоним и общаемся с MCL 5G на MCL 5G, то это совершенно навсегда бесплатные звонки и быстрое подключение к интернет-соединению навсегда. Ну, другими словами, внутри сети связь всегда бесплатная. И это очень классно, потому что сегодня у большого количества, да практически у каждого есть люди в разных городах, в разных странах. Мы все знаем, что такое роуминг. И стоит только посоветовать нашим друзьям, знакомым технологии MCL 5G, мы навсегда забудем, что такое оплачивать, так сказать, связь с нашими друзьями, знакомыми, родственниками. И, естественно, это будет развиваться все больше и больше, потому что сегодня нас с вами невозможно остановить общаться. Естественно, если есть предложение, где мы сможем общаться просто бесплатно и на этом еще и зарабатывать, иметь тарифный план, который мы сможем под себя настроить, конечно же, это сегодня такое направление, которое находится в тренде. Ну, немного, так сказать, о картине стандартный сценарий беспроводной связи. То есть мы все с вами, так сказать, являемся пленниками тех вышек, которые находятся вокруг нас. Все, мы имеем возможность только ими пользоваться, но компания с нами совершенно ничем более не делится. Да? И что предлагает компания World Your Network, это зарабатывать как мобильные операторы. То есть в компании есть ряд гаджетов, ряд устройств, которые позволяют перенаправить большое количество трафика и, соответственно, большое количество финансов именно участников сети, так сказать, которые создают сеть MCL 5G. Есть такое понятие, о котором, так сказать, знают мобильные операторы, и как представил нам компания, что на самом деле к 2020 году движется такой момент, что операторы не справляются с все больше увеличивающейся такой нагрузкой на мобильный трафик. И на самом деле, если мы с вами сможем использовать свой MCL 5G, там, где мы больше всего находимся, то есть это в офисе, на работе, дома и так далее, то есть да, в гостях, то мы будем использовать его как персональный мобильный оператор, что существенно, так сказать, снизит нагрузку на ведущих мобильных операторов, что в свою очередь очень серьезно поможет тем же самым мобильным операторам, так сказать, избежать вот этого мобильного краха, ну, который сегодня уже, о котором говорят специалисты, который ожидается в течение вот 5 лет. Да? То есть мы, на самом деле, создавая свою сеть, создавая для себя, на самом деле, такой серьезный момент для заработка, возможность, мы еще и сделаем такое благородное дело для всех, для всего такого, так сказать, мобильного направления мира. И это, на самом деле, очень классно. Естественно, когда мы будем использовать большое-большое количество именно гаджетов Space, которые сейчас я вам представлю, то есть это на самом деле сделает, во-первых, такие, ну, увеличение возможностей в медиа коммуникации, то есть мы, не меняя привычек, мы начнем пользоваться все большими и большими именно такими разными ресурсами, разными возможностями и, конечно же, разными приложениями. И какие, так сказать, гаджеты, какие устройства компания нам представила для того, чтобы мы смогли выйти и гордо идти, то есть, занимая этот рынок. Прежде чем я вам представлю продукты компании, я хочу сказать о человеке, который сегодня занимает должность вице-президента компании. Это Антонио де Росса. И это на самом деле очень публичный человек. И чем он хорош? Это на самом деле признан лучший технический дизайнер. В прошлом он имел отношение к дизайну компании, всем известной Apple. Да? А далее это был ведущий специалист в Polaroid и создатель камеры SocialCam для Instagram. Друзья, как вы считаете, поставьте, пожалуйста, десяточки, кто считает, что у этого человека на самом деле заслуженная репутация, что этому человеку можно доверять и, собственно, престижно быть в команде с таким человеком. Кто считает, что это на самом деле
а такая выдающаяся личность. Потому что сегодня мы видим бренды, то есть все вот эти бренды – это долларовые миллионеры. Если человек в свое время принимал участие, да, в этих корпорациях и сегодня выбрал для своего развития, так сказать, для воплощения своих мечт компанию Word, это говорит очень-очень о многом. И на самом деле, когда мы командой находились в Стамбуле и имели честь, так сказать, присутствовать на личной презентации продуктов от этого человека, от Антони Дороса, на самом деле гордость переполняла, потому что мы понимаем, что насколько сегодня корпорация World очень серьезно, то есть, ну, так сказать, опережает те бренды, которые нам с вами известны. И, конечно же, да, в Стамбуле на мероприятии Антони Дороса представлял гаджеты, и первое, что хочется представить, это Space Phone. Поставлю небольшое видео, которое мне... Это настоящий просто шедевр вообще на рынке смартфонов, потому что мы, так сказать, были счастливчиками, которые, то есть те люди, которые в Стамбуле посмотрели, то есть поддержали, оценили вообще его возможности, это на самом деле красота соответствует технологиям. И этот смартфон, он на сегодняшний день единственный в мире, который понимает, что такое MCL 5G. Друзья, в мире много смартфонов, они отличаются разными пикселями, там, шмикселями и так далее, да, но данный гаджет, данный смартфон, он умеет делать то, он умеет ловить такую связь, такой сигнал, который не умеет ловить ни один телефон вообще ни за какие деньги. То есть, соответственно, всегда это серьезная такая заявка, да, то есть это Space Phone, чем он очень уникален тем, что, как я уже сказал, да, это единственный смартфон сегодня, который может автоматически выбирать лучшую сеть для нас, объединяющие доступные и что создает 4 раза больше мощности и покрытия. Ну, мы сегодня проговорили, что сегодня скорость интернета, собственно, качество связи, оно актуально для каждого, так сказать, современного человека, поэтому этот телефон сегодня просто взорвет рынок. На нем сегодня можно сделать серьезные деньги, потому что компания сегодня не продвигает свои продукты через магазины обычные, да, на земле, которые всем привычны, а она работает посредством рекомендаций. У каждого партнера сегодня может появиться интернет-магазин, настроенный от компании, и каждый человек сможет построить на этом серьезную карьеру, если будет действовать по системе, которую сама же компания вот разработала и продвигает, собственно, для своих партнеров. Конечно же, это сегодня все передовые, так сказать, технические параметры. Да, это итальянский дизайн. Это, что очень понравилось, это та же вспышка, да, с двух сторон, что вроде мелочь, но не каждый телефон сегодня может, так сказать, не похвастаться. В общем, поверьте мне на слово, как человеку, который разбирается в технических, вообще, то есть всяких гаджетах, это гаджет, который сегодня на самом деле займет свою достойную нишу, да, потому что аналогов в мире нет, и сегодня, что, опять же, радует, большое количество людей сегодня, так сказать, гонятся за тонкостью, да, то есть этот телефон на сегодняшний день самый тонкий в мире из 5-дюймовых экранов, всего 5,95 мм, и с этим не поспорит никто. На самом деле очень такая серьезная разработка, которую компания Word разработала, и к этому приложил, естественно, гений технического, именно технического дизайна Антонио Дероса. То есть сегодня это две сим-карты, это два стиля, Gold и Titanium, то есть каждый человек для себя сможет выбрать то, что ему необходимо. Вот так он выглядит вживую, то есть это именно были фотографии, созданные в Стамбуле на примере этого телефона. В общем, шикарный гаджет, и скажу вам, в ближайшее время большое количество партнеров на планете Земля, то есть уже будут получать свои первые спейсфоны, и что сделает огромную вообще, то есть огромный прорыв, огромные товарообороты, и людям, которые сегодня присоединятся к компании World, смогут очень серьезно на этом заработать. Идем дальше. Друзья, представляю вам с гордостью Space Station.
Поставлю небольшое видео и позже объясню, что же это за... Это уникальная разработка компании Volt, и сегодня аналогов в мире просто нет. И это то устройство, которое для всех смартфонов компании способно раздавать, так сказать, уникальный сигнал MCL 5G. Для всех других, так сказать, для всех гаджетов других брендов это устройство Space Station способно раздавать самый мощный, самый быстрый сигнал. И причем это устройство это делает на... так сказать, по радиусу 200 метров. То есть за 200 метров от Space Station вы будете получать сигнал максимально быстрый, с максимальным, собственно, качеством связи, без потери скорости. Это на самом деле уникальная разработка, и компания Volt сегодня предлагает на этом создавать доход. Я чуть позже объясню, с чем еще уникальное данное устройство, да, это устройство еще готово создавать, то есть создавать пассивный доход. Это самое-самое интересное функция данного, именно такой данной разработки. Space Station выглядит вот таким образом. Это, опять же, фотография вживую сделана в Стамбуле. И дополнительно данное устройство еще и является, так сказать, такое приятное дополнение, как зарядное устройство для Space Phone, плюс медиаплатформа. Соответственно, это удобное, полезное. И это, так сказать, не побоюсь этого слова, такая небольшая машинка по созданию денег. Друзья, я думаю, что сегодня деньги необходимы каждому в этой комнате, поэтому немного терпения, я объясню, как это все работает. Также компания представила новинки, которые будут уже доступны в 2016 году. Это мощный Space компьютер, соответственно, с мощными технологиями, и мощный Space Print, то есть технология без использования чернил, будет работать на какой-то магии, но об этом мы узнаем позже. То есть это все то, что будет, так сказать, в компании в ближайшее время. Вот так это будет, так сказать, выглядеть именно уже в таком комплексе, да, но мы сегодня работаем именно с развитием бизнеса со Space Station, и сегодня необходимо занять свою нишу, свою, так сказать, долю рынка, связанную именно с сигналом MCL 5G. Также у компании есть своя уникальнейшая и на сегодняшний день не имеющая аналогов разработка, это Space Lumina. Что же это такое? Это первый в мире носимый компьютер. То есть это очки, которые человек надевает на себя и с превеликим удивлением видит перед собой экран. Экран, который имеет, ну, собственно, свойство увеличиваться в зависимости от того, где мы находимся. И вот так было представлено человеком, который является разработчиком, это Альфонсо Чоффи. То есть здесь примерно, ну, кто поймет, здесь примерно видно, что человек видит перед собой. Соответственно, это на самом деле очень такая шикарная технология, благодаря которой нам с вами не нужно будет уже... То есть мы всегда будем, так сказать, иметь этот компьютер на себе. То есть вообще уникальнейшая вещь. И мало того, что компания создала такую уникальную разработку, она позволяет на этом серьезно очень зарабатывать, да. То есть можете себе представить, если у вас есть такие очки, сколько у ваших друзей, знакомых, коллег на работе и так далее, вообще людей, которые вас окружают, сколько людей пожелают себе иметь такие же. И уникальность компании, что
продуктов, которые я сегодня вам представляю, их никогда не будет в магазинах, привычных нам, они всегда будут доступны только лишь через интернет-магазины каждого партнера. То есть сегодня компания готова делиться прибылью за продвижение информации. Также компания разработала для Space Lumina и для своих смартфонов Alice. Alice – это такой виртуальный ассистент, это та разработка, которая имеет возможность самообучаться, то есть вы сможете ее учить, она будет вам помогать в развитии вашего бизнеса, она будет вам помогать именно в разного вида поиска и файлов, и информации. То есть это очень-очень такая серьезная, такая виртуальная, такой виртуальный помощник, да, он же для вас будет еще и бизнес-партнер, и это все будет такой, так сказать, изюминкой продуктов Volt, да, то есть это будет и в Lumina, и в Space, Space Phone. Хочется показать видео, но я вам покажу вам после вот этого фото. Это была сделана фотография на, опять же, на Diamond Life Tour в Стамбуле. То есть это человек, который разработал Алфонсо Чоффи. И скажу вам честно, когда мы одели последнюю уже версию, ту, которую мы получим в самое ближайшее время, Space Lumina, на самом деле был шок, потому что, ну, компания Word уж такая вот, она классная, что она делает продукты, которые на самом деле людей просто берут и шокируют. Соответственно, продавать, делать какие-то усилия в продвижении продуктов Word нет, ну, собственно, нет необходимости, потому что каждый продукт, когда человек, просто люди его пробуют, меряют, они сами уже первым делом, появляется у них желание, и первый вопрос, где купить, и когда мы говорим, что на этом еще можно делать деньги, на этом можно зарабатывать, то есть, соответственно, это очень серьезное приложение, которое сегодня людьми очень открыто воспринимается. Небольшое видео о реакции людей, когда на улице они, собственно, почему-то видео не заработало, поверьте мне на слово, что на самом деле там была такая серьезная реакция, то что на самом деле у людей шок. И я желаю, на самом деле, желаю каждому испытать такой шок, увидеть, познакомиться с данной технологией. И, конечно же, людям, которые имеют свои цели, мечты, создать серьезную карьеру на, собственно, на продуктах именно компании Volt. Естественно, компания не могла обойти, так сказать, рынок сервисов. И есть ряд сервисов, которые созданы для бизнеса, для предпринимателей, собственно, для развития. Конечно же, это Space Cloud, это своя почта уникальная, брендированная, это свой календарь, это огромное количество ресурсов, которые мы с вами используем для развития, вообще, то есть для работы, для организации работы в интернете. И, конечно же, это облачное хранение файлов. До 1 терабайта компания сегодня предлагает, то есть, иметь такую виртуальную флешку, облачное хранение файлов, и сегодня это набирает обороты, потому что на самом деле сервис классный, имеет минимальную стоимость, и каждый раз, когда по вашей рекомендации люди будут его использовать, вы на этом будете автоматом каждый раз зарабатывать. И, конечно же, Space Meet – это то приложение, где мы сегодня с вами сейчас находимся. Я вижу большую географию, здесь есть партнеры из Израиля, из Новосибирска, с разных-разных городов, но тем не менее мы имеем возможность делиться информацией, делиться то есть какими-то слайдами, видео, находясь там, где нам с вами, собственно, удобно. То есть комфортная конференц-комната, которая тоже по вашей рекомендации кем-то используема, будет приносить вам всегда доход. И очередная уникальность компании – это разработанный OnePlan. Это единственный мобильный план, который соответствует вашим потребностям в любом месте. Друзья, у кого было ли такое с вашим оператором связи, что вы покупаете какой-то тарифный план, а в этом пакете, тарифном пакете есть, так сказать, услуги, которые вами не используются. Поставьте, пожалуйста, минусы в чате, если у вас такое было, ну, собственно, вообще в жизни. У меня точно такое было, когда компания нам диктует, да, что мы должны, собственно, оплачивать полностью пакет, но часть этого пакета мы не используем. Поэтому компания идет, опять же, навстречу партнерам, навстречу клиентам и создала единый тарифный план, в рамках которого мы можем именно настроить его как конструктор, собственно, по нашим потребностям. То, что нам необходимо выбирать минуты, выбирать смс, то есть то, что мы используем, за то, собственно, и платить. Не оплачивать неиспользуемые нами какие-то ресурсы. То есть на этом слайде примерно, так сказать, примерная стоимость по, ну, так сказать, ресурсов, которые компания нам предлагает. Со временем они будут все регулироваться, потому что сегодня компания только, так сказать, дорабатывает этот вид направления. Но что мне здесь очень серьезно понравилось, это следующее, что если мы используем Space Phone,
из PlayStation, то для нас навсегда интернет MSL 5G бесплатен. То есть бесплатно, это всегда классно, это всегда радует. Если мы используем голосовое или текстовое общение со всеми участниками компании Word, да, со всеми клиентами, партнерами, то для нас оно точно так же, опять же, безлимитно. И здесь компания представила такой примерный конструктор, то есть сейчас со временем будут, каждая стоимость будет, так сказать, подстраиваться. Компания нам объявила, что данные стоимости все будут сделаны таким образом, что это все будет дешевле на 20%, чем нам предлагает оператор. И перейдем именно к экономике, к математике, так сказать, к тому маркетинг-плану, который компания разработала для того, чтобы мы были не просто клиентами, мы были партнерами и смогли на самом деле создавать свою карьеру здесь, создавать свое финансовое благосостояние. И сегодня я не буду перечислять все бонусы, я просто объясню именно, как эта система работает. И компания разработала таких 4 направления, в которые заложены 10 больших бонусов, да, которые на самом деле имеют сегодня неограниченные возможность достижения своего успеха. То есть из 4, так сказать, потоков вы зарабатываете деньги. Первое – это делать свои продажи. Я бы правильно сказал, делать свои рекомендации, потому что нам нет необходимости в данном бизнесе что-то либо покупать и что-то либо продавать. То есть все, что компания представлена, в принципе, каждый партнер, клиент покупает для себя любимого. Соответственно, мы занимаемся рекомендациями, на этом очень отлично зарабатываем. Вы, наверное, согласитесь со мной, что рекомендовать данные уникальные продукты, которые сегодня аналогов не имеют, очень престижно. Это, об этом хочется говорить, и компания очень серьезно за это платит. Также одно из основных видов именно получения дохода – это построение своей команды. Друзья, конечно, интересно делать рекомендации, получать с этого прибыль, конечно, одному, но представьте ситуацию, когда вы имеете процент получения с 10 тысяч интернет-магазинов ваших партнеров, друзей, коллег и так далее. То есть, соответственно, здесь основа данного бизнеса – это построение команды. И очень радует, что компания разработала определенную свою систему, алгоритм, так сказать, инструкцию, взяв которую, с этим справится совершенно любой человек, который умеет это делать, либо не умеет это делать. Главное – желание и, на самом деле, приступить в этой жизни. Точно так же компания разработала направление, где мы имеем возможность разделять между собой бонусы от товарооборота компании. То есть есть ряд видов бонусов, которые компания выплачивает независимо от ваших, то есть от ваших именно таких моментов развития, да, то есть такие пассивные источники дохода. И, конечно же, компания очень серьезно делает акцент на lifestyle бонусы, то есть бонусы стиля жизни. То есть, соответственно, в рамках этого бонуса есть и путешествия, есть и компенсация, так сказать, вознаграждение на использование шикарного автомобиля. Но пройдемся, так сказать, возьмем самые такие интересные моменты. Компания разработала, вообще, друзья, есть в этой комнате люди, которым бы интересно было за какую-то единожды проделанную работу получать пассивный индивидуальный доход. То есть доход, который не требует ежедневного, так сказать, взаимодействия. Да, поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чате, если такие есть. Я называю таких людей, ну, конечно, с шуткой, да, но это люди ленивые, которые хотят ничего не делать, но зарабатывать. Конечно, сегодня много людей желают, на самом деле, сделать для себя такой источник доходов. Благо, сегодня мир не стоит на месте, и компания вот одна из. То есть сегодня единственная, которая разработала такую технологию продаж, вообще продвижения себя на рынке, которая позволяет каждому человеку и иметь продукты, как я говорил в начале, да, и на этом зарабатывать. И пройдемся по таким пассивным видам бонуса. Builder Pool бонус, который вы видите под номером 1. Его идея в следующем. Если вы вспомните тот уникальный продукт Space Station, который способен раздавать на большое количество, ну, то есть на большом расстоянии MSL 5G. Когда каждый человек покупает для себя такое устройство Space Station, то в течение одного года человек получает 5%, которые делятся от всего мирового товарооборота в течение этого года вот на всех собственников Space Station. То есть такого никогда не было в мире, вообще такого инцидента, да, чтобы вы пришли в магазин, купили какой-то, не знаю, плазменный телевизор, и вам бы компания в течение года выплачивала 5% от всех купленных после вас. Такого никогда не было, сейчас компания Word это разработала, это работает очень уникально, и скажу вам честно, сегодня покупать станции гораздо выгоднее, чем гораздо позже, потому что сегодня еще, так сказать, это только-только зарождающееся такое направление, и людей, которые сегодня имеют уже доли, мы уже в следующем месяце получим проценты, их меньше, чем будет завтра. Далее, второй вид бонуса, offload pool бонус, это 20% от всех сервисных планов, то есть от тех планов, которые люди будут для себя настраивать и использовать по выгодной цене, 20% от всего этого товарооборота будут также делиться среди всеми совладельцами, владельцами Space Station.
То есть можете себе представить, что вы для себя взяли такой продукт, как Space Station, да, и вы получаете в течение одного года, хотите вы этого или нет, вы получаете деньги от всех купленных, да, то есть часть бонуса, и получаете деньги от всех тарифных планов, которые люди для себя используют. Кто-то использует роуминг, кто-то использует там мобильный интернет и так далее. И то есть это на самом деле классно, потому что это приведет каждого, собственно, владельца Space Station к доходу, которая поступает пассивно, и об этом люди не смогут не рассказывать своим друзьям и знакомым, что, соответственно, все больше и больше приведет к увеличению товарооборота и вообще большому именно развитию данного направления. Я считаю, это вообще гениальная вещь, поэтому это необходимо брать и использовать. Третий вид пассивного дохода – это миллионер-полбонус. Это уже очень серьезные деньги, это когда человек достигает максимального квалификации, но для каждого партнера, который действует по системе, это неизбежно, то 1% своего товарооборота компания готова делить среди всех долларовых миллионеров, среди всех людей, которые достигли максимальную квалификацию. А в нашей компании уже есть 7 человек, которые получают данный вид бонуса, и это на самом деле шикарно. То есть сегодня эта компания World признана лучшей бизнес-возможностью, потому что она на самом деле удобная. То есть да, мы, не меняя своих привычек, начинаем использовать те же привычные нам продукты и услуги и на этом зарабатываем. Это на самом деле конкурентное, потому что сегодня компания готова делиться прибылью, да, готова включать в нас, так сказать, распределение товарооборота, поэтому ну, на самом деле нет второй такой компании, которая бы сделала такое же предложение. Это инновационно, потому что здесь мы имеем возможность на рынке, на простом рынке рекомендаций работать не с таблетками, не с добавками, не с какой-то либо косметикой, да, которой уже очень много. Мы работаем на рынке технологий, и это тот рынок, который всегда динамично развивался, но никогда с нами и с вами с прибылью не делились. Сегодня компания World это создала это, как бы, так сказать, это направление, и его необходимо опять же брать. И, конечно же, это сегодня щедрая бизнес-возможность, потому что уже просто огромное количество людей на планете Земля сегодня зарабатывают десятки тысяч долларов еженедельных чеков, еженедельного дохода. И это все лишь благодаря тому, что компания готова щедро платить, компания разработала систему, благодаря которой каждый человек работает как по шаблону, по инструкции. Поэтому сегодня на самом деле нет компании, которая бы ну, поспорила бы с корпорацией World, что, ну, что компания World сегодня просто занимает номер один как бизнес-возможность. И как же быть причастным данной компании? Соответственно, здесь очень просто. Компания каждому партнеру своему создает аккаунт, это стоит всего лишь 49 долларов разово. То есть это, во-первых, это выгодное бизнес-место в распределении, так сказать, прибыли, да, то есть распределение именно партнеров в компании World. Это возможность строить уже свою сеть предпринимателей в разных городах и странах. Это 10% за рекомендации, это оптовая стоимость навсегда, то есть, соответственно, мы понимаем, что всегда брать напрямую по партнерской цене всегда выгоднее, интереснее. То есть за 49 долларов вы навсегда включаетесь, вот все, получаете все то, что вы видите на экране. И, конечно же, это для вас готовый, созданный, настроенный под все виды платежных систем, готовый интернет-магазин. То есть, соответственно, сегодня компания технологично развивается очень быстро, и большое количество процессов делает именно за вас. То есть наша задача просто заниматься рекомендацией, но для того, чтобы мы имели возможность получать со всех, так сказать, со всех видов бонусов, которые мы проходим на дополнительных школах, да, я не буду сегодня их озвучивать, потому что, собственно, ну, их много, в них заложено очень много денег, и чтобы, собственно, не перегружать, это все вы можете узнать у тех людей, которые вас сегодня сюда пригласили. Но я хочу сделать простую, ну, такую именно, такую идею. Компания работает по принципу, когда, что человек покупает разово для себя франшизу, то есть разово покупает для себя бизнес-пакет компании, он навсегда для себя фиксирует ряд пассивных видов бонуса, то есть бонусов, которые поступают независимо от ваших действий, и навсегда компания фиксирует процент, получаемый от товарооборота в вашей сети, интернет-магазинов. И, естественно, самое щедрое, самое выгодное сегодня, так сказать, бизнес-пакет, в который, кстати, заложены все виды продуктов. То есть компания сегодня говорит, если человек имеет все то, что у нас есть, то этот человек зарабатывает максимально, то есть этот человек получает максимально выгодный статус партнера, и на все те новинки, которые компания разрабатывает на будущее, человек также, то есть, будет зарабатывать с этого максимальные деньги. То есть сейчас компания представила промоушен буквально до 1 сентября 2015 года, пакет Executive Lumina, в который входит и тарифный план, и Space-система версии бизнес, и Space Lumina, это носимые устройства, да, носимые очки, и Space Phone, аналогов в мире, которых просто нет, то есть на самом деле флагман, и Space Station, это машинка для печатания денег, которая еще и раздает самый быстрый сигнал MCL 5G интернет, да, и полностью настроенный самый вообще супер-мега-шикарный интернет-магазин,
что все вместе составляет стоимость больше, чем 3000 долларов с копейками, всего за 2749 долларов. То есть вы получаете полностью продукт, если вы прекрасно можете посчитать. А Space Station начинает работать, на следующего месяца уже выдает процент от всех купленных продуктов, начиная после, то есть после вашей покупки. Да, но есть такой очень важный момент, который я должен сказать. Начиная с 1 сентября данный пакет, который необходимо купить для получения максимального вида прибыли, будет стоить 3299 долларов. Да, и точно так же в вашей команде будут появляться люди, которые будут, так сказать, которые берут от этой жизни по максимуму, которые не упускают вообще самые лучшие, щедрые возможности, которые будут для себя выбирать данный вид пакета, то, как вы здесь видите, когда ваши личные партнеры, друзья, коллеги будут подключаться по вашей рекомендации, то компания вам будет выплачивать так называемый Fast Start бонус в размере 270 долларов. То есть, другими словами, вы имеете возможность купить для себя готовый бизнес-франшизу, бизнес-пакет, и на продаже таких же бизнес-франшиз, то есть первое время на построение сети, вы будете зарабатывать очень серьезные деньги. Плюс ко всему, вы имеете самый уникальный в мире продукт, вы имеете самый уникальный в мире интернет-сигнал, который точно так же будет делать вам шикарную рекомендацию, что, опять же, увеличит оборот вашего бизнеса. То есть на сегодняшний день, я считаю, это самый выгодный пакет. И, ну, конечно же, есть пакет Executive, то есть это то же самое, мы имеем максимум по всем видам бонусов, то есть ни один доллар мимо вас не пройдет, то есть все виды бонусов, которые компания разработала, либо разрабатывает там со временем, вы на это будете, так сказать, получать максимум, но в этом пакете нет люмины. И вы знаете, друзья, когда здесь ситуация простая, каждый человек, который для себя одевает люмину, да, ну все, то есть уже неохота ее снимать, сам по себе смартфон, либо компьютер становится неинтересен. Но здесь есть выбор, конечно, компания дает нам данные виды бизнес-пакетов на выбор. Пакет Executive сегодня до 1 сентября стоит всего 849 долларов, то есть это ничтожно крошечные деньги, да, для начала бизнеса в столь масштабном, так сказать, ну, столь масштабном вообще направлении. То есть мы, конечно, естественно, понимаем, что в рынке связи, в рынке смартфонов, интернет вложены огромные суммы денег, и, конечно же, здесь прибыли будут просто в сотни, в тысячи, десятки тысяч раз больше. Но важно понимать, что начиная с 1 сентября данный пакет, то есть данный вход в бизнес, данное начало своей карьеры с такой многомиллионной компанией будет стоить 1399 долларов. Друзья, кто привык экономить, тот для себя, конечно же, увидит разницу, да, то есть 1399 либо 849, либо, конечно же, 2749 и 3200. Соответственно, каждый партнер, который для себя выбирает доходы от 10 тысяч долларов и более, конечно же, люмина вам вот в этом очень серьезно поможет, потому что, собственно, без люмины говорить какой-то классный продукт, ну просто это будет уже неинтересно и даже смешно. Поэтому, друзья, делаем правильно для себя, так сказать, решение, да, то есть выбираем, естественно, занимаем бизнес-место, получаем просто доступ, когда данная компания 49 долларов. А как это сделать? Узнавайте людей, которые вас сегодня сюда пригласили, определяйте с бизнес-пакетом, то есть получайте инструкцию, как зарабатывать в данной корпорации и двигайтесь к своему успеху. Естественно, компания всегда идет навстречу, и до 31 августа компания создала таких два. Продлила два вида промоушена, то есть это карьер пул бонус и двойной фаст старт бонус. Возможно, кому-то будет непонятно, но я вам скажу следующий момент. Помимо всех денег, которые компания сегодня щедро выплачивает своим партнерам, за каждое получение, так сказать, карьерной квалификации, то есть чем выше ваша карьера, чем выше ваши достижения, помимо этого зарабатываете очень серьезную премию, такую премию к своей, так сказать, бабку к своим, так сказать, чекам еженедельным в виде карьер пул бонуса. Чтобы было правильное понимание, то есть средняя квалификация Diamond был такой один из периодов, в рамках которого Diamond получили в районе 2,5 тысяч долларов просто премии. Поэтому, друзья, кто на самом деле привык за одну и ту же работу получать больше денег, этот бонус именно создан для вас. И двойной Fast Start бонус – это сделано именно на максимально быстрое развитие ваших команд. Здесь все очень просто. За подключение двух партнеров, то есть два человека увидели вообще в этом серьезную бизнес-возможность, два человека для себя выбирают, так сказать, выбирают любой из бизнес-пакетов, то есть подключаются вообще к данной компании по вашей рекомендации, то есть по вашей реферальной ссылке, то за каждого вы получаете по 270 долларов. Соответственно, по данному виду бонусов, этот бонус будет работать до 31 августа, то за два подключения вы получите не 270 и 270, а 4 раза по 270 долларов. Соответственно, просто двойной Fast Start бонус. Это очень шикарный бонус, который компания регулярно нам дает, но
Я вам рекомендую максимально много брать подарков, которые компания сегодня для вас предоставляет. Поэтому этот бонус для тех, кто желает поработать, так сказать, за одну и ту же работу, получать максимальное количество денег. Конечно же, сегодня то есть задача стоит, то есть увеличение большого количества, то есть создание большого количества Space Station, потому что одна из, так сказать, уникальных моментов данной станции, что каждый человек, где бы станция данная ваша ни находилась, каждый человек, который будет для себя выбирать более сильный, более мощный сигнал MCL 5G, будет подключаться, он будет автоматически попадать в вашу пользовательскую зону, то есть он будет автоматически видеть ваш интернет-магазин. То есть сегодня компания разработала ряд таких инструментов, очень мощных инструментов, которые будут создавать для вас продажи и подключение партнеров в вашу партнерскую сеть, собственно, за вас. Поэтому, друзья, естественно, чем больше у вас будет стейшн стоять вообще в разных частях города, не знаю, планеты, вообще хоть где, тем больше людей будет попадать в ваш интернет, то есть пользоваться вашим сигналом MCL 5G, тем больше людей будет подключаться в вашу команду уже в виде партнеров, потому что сама Space Station будет информировать каждого человека, что вы имеете, что тот или иной человек имеет возможность на этом зарабатывать. Уникальная вещь, на самом деле, необходимо это брать. То есть, друзья, вот вы видите за текстом здесь, на этом слайде, что на самом деле планета Земля, и она вся, так сказать, опоясана сетью. Сегодня у нас есть возможность не работать в своем городе, не работать именно в своей какой-то стране. У нас есть сегодня возможность есть с очень серьезным предложением выходить уже на международный уровень. Мы можем создавать свою сеть связи, мы можем зарабатывать в мобильном трафике и можем зарабатывать на огромном товарообороте, который компания предлагает создавать своими уникальными продуктами. То есть, если подводя итог, это на самом деле серьезный проект с реальной возможностью стать консультантом, начать зарабатывать как мобильный оператор. Мы уже проговорили, денег в этой индустрии огромное количество в долларовом эквиваленте, поэтому кто готов к большим деньгам, естественно, выбирать для себя данную индустрию, данное вообще направление, потому что здесь модель поставлена таким образом, что со временем доход превращается, то есть, естественно, если человек правильно действует по инструкции, по системе, которую компания разработала, то доход превращается в пассивный, в резидуальный, то есть, который поступает еженедельно уже без наших с вами действий. Естественно, когда мы достигаем до такого, так сказать, уровня, мы имеем возможность больше уделять времени, так сказать, себя любимого на семью, на детей и так далее, на, собственно, на свою любимую жизнь, понимаете. Я думаю, к этому каждый стремится. Поэтому у меня серьезное предложение каждому. Наверное, хватит смотреть на достижения других людей, да, примите решение раз и навсегда сделать свои мечты реальностью для себя, ну и, конечно же, для своей семьи, для детей. Естественно, компания World не может, не зря она называется World, это переводится мир, и сегодня компания очень серьезно поощряет своих партнеров путешествиями. Мы не так давно прилетели со Стамбула, было шикарное мероприятие, в котором компания очередной раз показала свое вообще отношение к партнерам, как к семье, то есть именно свое вообще, то есть свою заботу о тех людях, которые идут с ней, то есть нога в ногу, которые развиваются и зарабатывают серьезные деньги. И сейчас компания объявила следующую страну, поставленную. Конечно же, это очень такая серьезная заявка, это декабрь 2015 года, это Бали, и причем компания, так сказать, открыла такую, ну, небольшую тайну, что ли, да, что на каждого партнера, который сделает для себя квалификацию, который получит возможность поехать вместе с компанией, вместе с командой на данный курорт, это будет в районе недели, компания готова потратить очень серьезную сумму денег, я не буду озвучивать, но, знаете, все мероприятия не проходят вообще бесследно просто у людей. На самом деле, каждый человек повышает вообще свой уровень вообще мышления, очень серьезно трансформируется вообще восприятие и себя, своей жизни, к отношению к своему бизнесу. То есть данный отдых, он еще является, на самом деле, так сказать, люди видят, как на одной и той же планете можно жить гораздо, то есть высшим уровнем. Поэтому каждому рекомендую посетить эту страну вместе со своей командой, вместе с компанией World Your Network. И
Спасибо большое, друзья, за внимание. Если у вас появились вопросы, прямо сейчас обратитесь к тому человеку, который вас сегодня пригласил. Я вам, так сказать, официально разрешаю задавать вообще самые-самые каждые вопросы людям, которые вас сегодня пригласили, потому что вас сегодня пригласили не в виде клиентов, да, а в виде бизнес-партнеров, с кем сегодня будет строиться этот бизнес. Друзья, я скажу еще буквально пару слов. Данная возможность дается раз в жизни, да, необходимо просто не пройти мимо, не пропустить ее. Поэтому все в ваших руках. Всем спасибо за внимание. С вами был Александр Вострецов. Всем пока-пока и успехов в бизнесе.